Так, да, Ромжик, что-то у Морова, а что у него там пригорает-то, я не знаю. Короче, ребят, просьба скинуть ссылку на сетку, вот. И продолжим. Все, ребят, я здесь. Да, стоп-старт. Ждем начала ВЦС, в общем-то. Сейчас стрим поднимется, ребят, не волнуйтесь. А вот спасибо, Бзик, у тебя есть здесь сеточка, все вижу. Ждем сетку, я вместе с вами жду. Сейчас на СК2 ТВ добавлю в описание, пожалуй. Так, DreamHack можно удалить уже, тем более. Недс поддержал ваш канал на сумму 400 рублей ровно. Болеем за наших. Так, спасибо, Нетс, очень приятно. Болеем за наших. Согласен. Так, сейчас откроем сетку и будем ждать ее. Так, а что-то я хейп еще не вижу. А, не, здесь есть, вру. Я уж испугался. Кого больше шансов на выход сегодня? Ну, я думаю, это очевидный момент. Кто вчера был ближе, того и сегодня, наверное, больше будет шансов. А кто был ближе, вы прекрасно знаете. Так, подождите-ка, мне надо переодену кофту.
Так, секундочку. Так, прошу прощения, мне надо посмотреть, полоскание прописали, на горло полоскать. Так, чай, на что чай есть еще? Сетка пока не готова. Насколько? А, готова сетка, ё-моё. Так, понял. Влач, давайте сейчас сетку посмотрим. Влач говорит, что у Хэппи еще хорошая сетка. Сверху кого вижу? Hellraiser, СНГшные флаги. Никого пока жесткого там не вижу. Речец. Русский Хэппи, Хэппи. Кто у Хэппи? Ну, Хэппи сверх жесткий сверх пока не заметил. Хэппи ждет, пока оппоненты мини-рейзер. Так, Илюха, тут вижу еще много русских врагов. Фрагов, флагов. Ну, кому-то, может, и фрагов. Вот. Ревчик, смотрю, тут рядом находится относительно. Скидон, так, томата панч. Ghost Hell, так, Moro Utermal, Низгоринка, Сливка вижу, Каюб там, Фоллинджер, Каз Блай, оп, Каз, ну они в разные части пойдут, если только там позже встретятся. Чего Блай у нас посмотрим. Ну, сетку надо шире рассматривать, потому что там позже-то все равно встретится. Шадом, Вердос у Блая тут сетки вижу есть. Бассер, так, Бассер, Шоф, так, Флэш, Мистикан, Гунфу Банда у Блая в сетке есть, Минато, дальше Рейса Стрэндж тут ниже находится, Кокос, о, Тиран Вик, смотрю, сегодня играет, это хорошо, еще будет за кем последить. Так, снизу что-то касса не видно. Касса не видно, еще кот не видно. Ну, не знаю, посмотрим дальше, что будет. Вроде как народа много нашего. Нужно решить, куда ворваться. Пока что тут как бы только начало. И нужно смотреть, где бы, чтобы нам вообще... Где бы, чтобы нам посмотреть бы такого интересного. Так, Стрэндж. Стрэнджа, может, у них поляки обычно сильные, все Вердос. Можно к Вердос. А, Кас есть, о чем я говорю, вот он же Кас, что я горожу-то. Все, короче, есть. Как-то так, ну что, будем смотреть сейчас. Пытаться ворваться куда-то, сетку оставляю открытой, чтобы обновлять, естественно. Так. Вердосу отписать для кому? Блин, Теран Вик начал только что играть. Не успел я к нему ворваться, ну да ладно. Так, Димага я чуть не заметил. Димага тоже участвует. Дайди Димага-то сейчас посмотрим. А вот Димага есть, все нормально, да. С кем он рядом из наших? Никого не вижу рядом вообще.
А DMC вот рядом с DMC относительно Димага находится. Ну, будем смотреть. Стрэндж уже тоже начал резвые какие-то прям вердосы. Так, помню, что задержка 2 минуты. Видел, что Кас прям над Блаем. Так, обновлю-ка я текст, потому что это уже вчера фактически было. Калинсант. За что ему огромное спасибо. Так, у Happy Free Slot первый тур. Че вы, блин, начали-то? Успеем, я постараюсь охват сделать побольше, чтобы не только Happy, а и остальных кого-то посмотреть. Так, ну что, ТЗВТ.
Да, согласен. Вчера нормальный охват был, постарался всех постримить. Ну, с Димы начинаем. Пока чай пью. Так, потом уже смотрю, у Хэппи фрислот, у Блая фрислот, там соперник пока тем более не сильные. Ну, счета надо начать вначале, всегда тут такие дела. Если что-то прямо интересное будет, как вчера Ревчик Стрэндж во втором туре, где Ревчик одолел Стрэнджа 2-1 в упорнейшей борьбе, прям прикольные там игры были, то, конечно, туда будем врываться. Но нужно за сеткой следить пристально, но это я умею делать. Как-то так. Как-то так. Второй барак тут у тирана какой-то непонятный билд, пока, честно говоря, без рипера. КСМ кает в разведку. Ну, мастер он, я не знаю, мастера-то тоже мастер-мастеру разница. Там топ-мастера, пред-ГМЛ, да и ГМЛщики в мастере могут быть. Да, это одно, а если какой-то такой слабенький мастер, то это совершенно другое. Так, кстати. А, все нормально. Бункер тут готов. Факта пошла. Демаги третья хата. Делает саму. У Демаги все пока нормально. Роуч Уоррен на второй пошел. Агель, тебе что-то кажется, что кто-то вдул. Морфит Демага 3 реводжера. Но это, кстати, смотрю, Демага по дефолту морфит 3 реводжера. Это делается для того, чтобы с этими, с либераторами справляться. Разведки особо нет, но Демага не идет ни разведку. Пока здесь только третьего контролит, он не видит, что тиран делает. Тиран вообще очень пассивный, ой, очень пассивный, прямо, ну, это очень хорошо. Тринадцать дронов строятся. Движение 96, 80, Димага тоже вперед не лезет. Сейчас просто нужно роучи реводжи встроить на клик и убивать просто такого тирана. Принимать вот этот выход.
Ну, стимпак, правда, делается. Уже Димаг что-то, не знаю, видимо, случайно не заказал атаку одну сотку газа. Если тут на мейне газ нужно начинать добывать, как-то 5 газов у Димаги пока. А не 4 вообще, вот на второй еще один добавляется. 4 газа добываются. Мага ждет все время. На мейне газ наконец начинает добывать. Спайр пошел. Кстати, вот 7 минут игры. Потери, как будто там, я не знаю, вторая минута. Ничего вообще не происходит. Абсолютно. Он 2 овера сейчас бил. Тиран еще передроп на мейн идет. Димаги нужно как-то поагрессивнее действовать. С такими нужно на самом деле Димаги сейчас на уровне пробревать. Четвертая пошла, 76, ну рабочий 76, Димаги, так, какие-то блинкнесты пошли, что-то я не понимаю, Димаги что-то мудрит, ну вот, как-то видно, что слабенько сейчас играет, почему, потому что раньше Димага таких сразу вычленял товарищей, то есть он видел, что слабый и просто пробревал, сейчас же что-то сидит, какие-то там хайвы спарик, и хайвы спайры, все, Роучи, Реводжеры пришел, даже сейчас можно прийти, учитывая, что в технологии выходит, все равно тут ни хрена нету особо. Реально, дает жить тирану, зря. Вырыв на стимпаке идет, очень быстро хат. Вот, сидишь, в итоге такая хрень происходит. Четвертую не защитил, пролетел смешной дроп на стимпаке, откуда издалека прибежал, убил хата. Конечно, ничего не значит пока, но тем не менее, так ведь можно по грейдам просесть, еще глядишь, так как-нибудь на халяву через оклик выйдет, убьет. Так, кстати, да. Ну что, мутка у Димы вылетает, один медивак сбивает, второй пустой там улетает, здесь тоже отбивается, но опять... Так, музыку надо врубить. Что-то это я, наверное, видимо, в альтабе сидел, музыку вырубил, поэтому... Что, 2-2 у тирана, у Димаги 2-1 милишные, второй коготь. Ну, вот на рейнджовых грейдов нету. Ну, Димага досиделся, что в итоге пришел санк. Ну, зерк, ну, здесь вполне достаточно юнитов у Димаги, чтобы отбиться. А тиран, простите, пришел. Отбивается легко. Ну, талис, как бы, чуть больше. Это медиваков миллиард. Нужно идти додавливать, там уже ультралы пошли. Пятая хат. Ну, Димага решил чисто в макро сыграть. Конечно, макро у Димаги хорошее, но... Зачем такому игроку давать вообще что-то построить, непонятно. Так, да, кстати, надо выше поставить. Просто вчера...
интерфейс там случайно врубился. Ультралы полезли, здесь в центре какая-то движуха. Так, продакшена поставить. 3-2 аудимаги, сейчас второй кугуть будет. Сколько ультралов есть? Один есть, 3 сейчас будет. Уникальный армор делается. Спайр грейтер делается. Пятая хата есть. Вот, димага крип распространяет. Тут как-то карта большая. Такое ощущение, что димага какую-то свою тут цивилизацию строит. Как бы и про тирана забыл. Главное, грейдов наделать 200. Так можно заставить просто... Не обязательно... Самому много настроить и оппоненту ждать, пока он сам много настроит. Можно ему просто не дать ничего настроить. Ну что, 200 Дима, ну здесь-то тоже 200 уже фактически. Досиделся Дима, дождался 200, блин. Приходит сейчас сюда, здесь у нас, так, 3 реважа, 2 либератора. Ну что такое 2 либератора, это смешно. Нужно заходить, на четвертую Дима заходит. Здесь его никто не ждет, тиран обороняется здесь. Ну что, четвертая падает сразу же, беллинги взрываются. Зря беллинг там взрывается, Димага под своим же тут этими бегает фаерболами. Четвертую быстро сбрил, здесь дропщик идет, дропщик веллингами, димага просто, ну тиран дает. Димага отступает, 4 медивака на мейндроп пошел. Минус хайф. Что происходит-то в этой игре вообще? Я чуть не понимаю просто. .198-185. Так, у тирана 3-3 уже доделывается. У димаги 3-й куг. У димаги тоже хорошие грейды, правда. Но хайф терять было совсем не обязательно. Вот пошел здесь у нас лейер сразу. Ну, тут моментально, собственно, и лейер, и хайф. Здания-то все есть. Просто по КД их кнопочки жать. 1-2. Ну что, димага прессует, здесь гасты есть, гасты все снайпершоты не успели выкинуть. Здесь одни фактически марики остаются, марики ультралом, очма. Ой, как они режут, вообще не топчет вообще просто. Просто топчет. Заходит димага, фаерболы по либератору пошли, минус либератор, ультралы продолжают бить. Ищут КСМки, выходят, КСМки это прохлада. Димага уже тут депошки шатает, причем депошки здесь дорогущие с этим, как его, с... экстра саплаем кинутым сверху вместо мула. Вот зерк отбивается, даже как ни странно. У димаги до заказ 167 на 60 по лимиту, все-таки пришел, пробрил, и то как-то натерял здесь много достаточно. Ну здесь везде, в общем-то, все погибло. Можно прям брудов под зергом морфить. Еще ультрала заходит, димага что-то боится. Чего он боится-то, я не понимаю.
Так, доста резанул еще. Мародеров бояться нечего, это ж не ход. Наконец-то, наконец-то, ГГшечка. Хочется какого-то более сильного оппонента Димаги, может, он тоже посильнее играть начнет немножечко. Вердос играет, все вроде как играют, Блайз с Хэппи ждут, естественно. Так, Димага врывается, ну раз уж начал стримить, тогда стримим Димагу. Пока обновляю сетку, контролю краем глаза, что здесь происходит. Хэппи продвинули второй тур, но это логично. Хэппи с Аверсом, возможно, кстати, будет играть, если Авер выиграет кого-то Пусина из Бельгии. Так, Рева тоже пока не сыграл внизу. Так, 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 Касса продвинули, Блая продвинули. У Блая шатдаун, кстати, уже во втором туре у Блая достойный такой, в общем-то, чел будет, когда выиграет. Хотелось бы, надо, чтобы Блая, кстати, ворваться будет. Стрэндж уже выиграл, Лестер выиграл первый тур, молодцы. Сеточка у вас в описании есть, кому интересно, смотрите, на СК2 TV есть, на Good Game есть, в темах дня, правда, на Good Game, так, Enigma тут во втором туре. Гребень Лирилак не такая гигантская хотя бы карта, но слава богу, здесь, я думаю, побыстрее все кончится. Так, спросил Титана, почему играет, говорит, не может трениться нормально, после двух игр вырубает. Решил отдохнуть от компьютера немножечко. Ну, наверное, переутомился, слишком высокий темп тренировок, взял, конечно, там по 12 часов играть сразу. Нужно начать было так, часика 4-5 для начала, а потом побольше. Главное, не переотдыхать сейчас будет Титану, потому что тогда будет тяжело. Ну что, дрончики поехали. 4 линга у Димы, мув заказано. Один дрон остается на газе. Летит в разведку, пока ничего не нашел. Так, а здесь у нас 2 рипера с реактора строится. Наверное, потом будет факта заказана сейчас, и марики пойдут.
А нет, 2 рипера еще. 4 рипера, то есть будет как минимум. Не двигаются вперед. Мне прямо интересно, сколько ВПМ у тирана. 370. Наверное, молодой какой-нибудь игрок, француз. Блин, французов тоже просто, ну, столько играет. Прилетают риперы, харасят. Улучшение завершено. Прочь, дороги! Режим готов! Режим готов! Режим готов! Прибегает Димага. О, в этот раз через лингов как-то агрессивно сыграл. Я на секунду отвлекся. Проверил там сетку, что и как еще раз. Цешечка поднимается, линги убегают. 4 рипера вернулись. Неплохо было бы их поймать, но Димаг не собирается. Ловить вижу Роуч Уоррен. Может быть, линга Реведжеры пропушить. Так, врываются линги, опять риперы улетают. Гранат тут накидал сам своего рипера. Гранат закидал, здесь Мариков Димага подгрызает, обратите внимание. Овера хотели сгрызть, гаденыша. Убить не получилось. Минус риперы, минус Марики. Ну, в этот раз начало вообще хорошее для Димаги получается. Еще и КСМ-ка сейчас затерпит. Здесь КСМ-ок около рампы шатает. На второй базе с КСМ-ком несколько лингов дерется. Развалил все вообще к чертям. 78-37. Здесь уже победа. 13 роу еще строится. Так, ребят, скиньте ссылку на... на бета-профиль, пожалуйста. Кому не влом, чтобы галочку урубать, телевизор. У тебя, наверное, не стоит галочка там в бетке, а может быть стоит. Непонятно. Заходит Роуч, здесь два танка, если лезть не стоит. Сейчас, конечно, лучше сваливать. Взял Димага Роуча, отдал всех. Ну, это уже лишнее абсолютно было. Два ушло, в итоге еще строятся. 95-59, ну, так запрессовал. Сейчас-то отпускать не стоит точно. Может, спайри поланьше. Так, два танка полетели. Димага видит прекрасно, что они полетели. Четвертая хата. Милишные грейды. Вот опять тупо Роучи Реведжеров запили, блин. Ну, спайр, ладно, чтоб медиваки сбить. И убей его нафиг. Опять Димага что-то тянет, еще тянет, хрен его знает. Так, полетел на мейн. Да, полетел на мейн. Нужно мутку добавлять сейчас. Так, фаербольщики кидаются. Нужно на ход кидать, конечно, они по факту уже... куда он летит. Сейчас спайр будет готов. Ну, газа особо нет, чтобы мутки побольше заказать.
Какой-то выход от тирана намечается на 1-1 грейдах. Здесь Роуч пробегает, но недолго ему бежать пришлось. Мародер его убил. Но фугасы, кстати, тиран не заказывает. Это фейл. Заказ новых юнитов пошел. Караптеров Димаг добавляет. Даже не муталисков, караптеров. Роуч и реведжеров строит. Но опять же, ну Роуч и реведжеры. Почему милишные грейды-то? Три эволюшна-то надо делать. Минус медивак. Четвертую димаг добивает. 159-103. 60 лимита преимущества. Ну, по боевому не такое гигантское. На 22 рабочих больше, потому что... Еще 17 рабочих димаги. Нужно поймать вот эту хрень с караптерами просто всю. И не дать уйти сейчас. Не знаю, что димага тянет. Ну, сплетанул оверов так, чтобы дропы все видели. Пошла атака с разных сторон, заходит димага сейчас. Не знаю, медиваки готовы ли сваливать. Может быть и готовы, но марики...